первую очередь касаются изменения стоимости процедуры так называемого ускоренного оформления документов, паспортов либо видов на жительство. Вносится изменение об оплате госпошлины за оформление паспорта и либо вида на жительство в ускоренном порядке. Поднимается до одной базовой величины. Еще одно важное нововведение. Ранее ускоренный вариант изготовления документов подразумевал 15-дневный интервал. В настоящее время жители столицы и областных центров при появлении такой необходимости смогут получить новый паспорт или вид на жительство через 7 дней. Если вам необходимо очень срочно оформить паспорт гражданина Республики Беларусь, это все возможно будет сделать за дополнительную плату в размере 2 базовых величин. Таким образом, в настоящее время процедура получения паспорта имеет 3 временных варианта. Обычный в течение месяца и 2 ускоренных. Один – 15 дней, второй – для минчан и жителей областных центров – 7 дней. Напомним, оформление подобных документов происходит в государственных органах по месту постоянной регистрации.